До 7 лет в тюрьме может провести магаданец за то, что он в течение 3 лет избивал несовершеннолетних детей своей жены. На допросе он объяснил, что это такие методы воспитания. Они в его понимании правильные и эффективные. По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года по ноябрь 2021 года, проживая в Магадане совместно со своей супругой и ее детьми, подвергал 3 несовершеннолетних жестокому обращению и истязанию путем систематического нанесения им побоев. Своими мучительными действиями на протяжении длительного времени он причинял несовершеннолетним физические и психические страдания, а также телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники Следственного комитета по Магаданской области в отношении горе-воспитателя возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетних». Мужчине уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия его заключили под стражу. 2 несовершеннолетних детей изъяты из семьи и в настоящее время находятся в реабилитационном центре, где с ними проводят работу психологи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшедшего, а также возможные факты совершения иных преступлений в отношении пострадавших детей. Допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.